конце 2014 года в Новошахтинскую детскую музыкальную школу пришло радостное письмо на имя директора школы. В нем было написано, что независимый общественный совет, председателем которого является Виктор Евграфович Шудегов, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, оргкомитет конкурса и Международная академия качества и маркетинга признала детскую музыкальную школу лауреатом конкурса «100 лучших школ России» за 2014 и 2015 учебный год. А Нина Максимовна Соколова отмечена почетным знаком «Директор года». Как отметила сама Нина Максимовна, это был приятный сюрприз к Новому году. Мы впервые участвовали и считаю, что как бы получили заслуженную эту награду, долгожданную, заслуженную. Нам прислали приглашение, нам и в прошлом году присылали, но мы как-то побоялись поучаствовать, а в этом году прям настоятельно я так рекомендовала, и мы поучаствовали. А конкурс состоялся в ноябре. И уже в конце декабря мы как бы получили новогодний подарок от Дедушки Мороза. Такие награды, я думаю, что это большое достижение для нашей школы. Впервые конкурс «100 лучших школ России» был проведен в 2013 году и проходит в Санкт-Петербурге. Для участия в нем необходимо было прислать пакет документов, в котором была предоставлена краткая информация о деятельности школы и ее достижениях. Второй пункт не был сложным, так как в детской музыкальной школе в действительности есть чем гордиться. Награда – это достижение всей школы. Это работа всего педагогического коллектива, которые трудятся на развитие нашей школы, на усовершенствование. Какие-то новые методы, методики разрабатываются преподавателями. Ну, а в основном, конечно, огромное занимает место – это наши достижения, это наши награды, это наше участие в конкурсах. Считаю, что награды получили вот не только мы получили наши дети, получили наши родители, которые приводят к нам в музыкальную школу своих деток. Хочу поздравить их с этим большим достижением, с большой наградой. И думаю, мы на этом не остановимся и будем продолжать еще дальше и дальше, дальше работать. Имея в своей копилке достижения такую почетную награду, коллектив детской музыкальной школы во главе с директором не намерены останавливаться на достигнутом. В их планах еще лучше работать, творчески развиваться и радоваться новым победам учащихся. Хочется всех поздравить вот с наступившим Новым годом. Я думаю, он нам тоже принесет удачу, потому что в конце стоит пятерка. А наши дети привыкли заниматься и работать, и учиться только вот на эту оценку. Вообще коллектив замечательный. Хочется их поздравить еще раз, чтобы год принес удачу, чтобы у них в семьях было все нормально, чтобы был покой в душе, чтобы дети были здоровы, родители живы. Они все счастливы.